темно-холодно было всегда. Даже если было много света. Я скучал по своему отцу. Он ушел рано утром. Говорила она мне: твой отец сидит на холме и слушает. Что же он слушает? Кура, я думаю. А он умеет говорить? Да, но только если ты знаешь, как слушать. А почему папа просто не вернется? Когда внимательно послушает, тогда он вернется, сказала она. Просто некоторые люди должны слушать очень долго. Слушать и скитаться. Ах, кептерим түтөбөйүм армандаңай, кучак жайып кумар жазып кала албай. Асман кучсаң мен да күтөм жолуңду,